20 новых водохранилищ появятся в Казахстане к 2027 году. Как сообщил сегодня на брифинге в СЦК министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигетов, в стране планируют также реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, чтобы обеспечить казахстанцев дополнительными 2 кубическими километрами воды. Первые 8 новых водных резервуаров появятся в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. На втором этапе планируется строительство 12 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Кроме того, планируется провести реконструкцию 15 гидротехнических сооружений. Идет разработка проектно-сметных документаций.